Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня наступила пятница, а это значит, что нас ждет новый подарок на почте. Я предлагаю не затягивать время и поскорее направиться туда, чтобы забрать свои новые подарочки. Сейчас я тебя отомщу за все. Ну, держись, Скайлер Нейли. Я слежу за тобой. Такое чувство, будто за мной кто-то следит. Да не, показалось. Фух, чуть не спалилась. Друзья, мы уже на месте, и у меня здесь, как всегда, небольшой творческий беспорядок, так что не обращайте внимания. О, нет, опять эта чокнутая пришла, достала уже! Нажимаем на кнопочку, здесь появляется еще одна кнопочка. Едем, едем, в соседнее село. Вот, давайте ловим подарочек. И теперь момент истины, открываем нашу заветную коробку. Люди, там одежда! Это два новогодних свитера. Вы не представляете, как я обожаю, когда разработчики дарят нам одежду. Причем такую классную. Один свитер с рисунком котенка, а второй я не разобрала, наверное, какой-нибудь цыпленок. Сейчас свои обновки я понесу домой, но сначала кое-что заберу с полок. Сейчас заберу у нее все. Будешь знать, когда домой делать подарки. Тьфу, пранки. Итак, ребята, я беру вот эту новогоднюю какашечку, чтобы устроить пранк над Хлоей. Все, я все забрала, так что берем одежду и идем домой. Не поняла. А где? Куда делась-то? Капец, тут даже ее ор слышно. Ребят, а если серьезно, подарки очень крутые. Так что не забудьте их забрать сегодня с почты. Всем пока-пока.